Чеченский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов подчеркнул, что визовая проблема является одной из главных в его карьере. Я надеюсь, что смогу подраться на турнире UFC 224 в Рио-де-Жанейро, если Шону Шелби удастся найти мне соперника. Подраться там будет хорошей идеей, потому что я постоянно нахожусь в форме, надеюсь, что они найдут мне соперника. Моя команда на 100% уверена, что я получу визу, просто процесс затянулся, это невозможно решить быстро. Я расстроен, виза одна из моих главных проблем в карьере. Если бы у меня была виза, я бы каждые выходные выходил в октагон в США. Вместо этого я постоянно жду турниры в Бразилии и Европе, сказал Майрбек Тайсумов. And gentlemen, from the red corner, there's Marvin Tyson. He gets the tunnel over and he takes him over. Steps over, Marvin searching for the double under, and he gets him some nice. He has a single leg now. Buruyev is trying to defend. There was a high kick missing.